motherfucker. Че, раскачаемся, нормально. Сюда, говоришь, да? Да, вот здесь вот где-нибудь. Все, стой. Тихо. Все, не шуми. Да все. Эй, в смысле, куда? Алло, Даник. Даня. Олежа, бля. Что? Она меня похитила, Даня, спаси. Нет. Давай, пока. Пока я вообще пошел. А ты кто? Ты желтый. Да, я желтый. Походу все не в этом. Нет, нет, не в этом направлении летят. Не, они в этом, они прямо летят. Это я влево лечу туда. Так, мы не долетаем. Давай направо резко, давай направо. Короче, вот сюда, да? Да, там, короче, в эту херню, вот по центру, мы приземляемся в ближайшие вот эти вот домики. Есть винтовка. Run, baby, run. На F. Автомат Галашникова. Осторожней, там этот, рядом с тобой где-то кто-то. Ага. Так это ты, да, стекло ломаешь? Да, да, это я тут, короче, обознался стеклом. Нам нужно много типов. Блядь, Олежа, иди нахер! Конь, блядь, что это? Сука, выбежал. Hello. Комментарий. Все любят пупок лайт. Он маленький. Он ничего не весит. С газиками. Не пусть. Ты самое главное. Давайте опустим эту тему. Все, короче, кто ваш. Кто в чем, короче? Головы медведя, как с противогазом. Просто жопа на лице вообще. Полетели. Кто-то рядом с тобой. Раз, два, три, четыре. Три человека вижу. Один вниз полетел. Че, прям реально? А ты куда летишь? Ну как, туда? Куда идти? Ну так, вниз падай. Все равно это, побаивайся. Вдруг кто-то рядом с тобой. Вот никого это... рядом со мной нет. Обычно, знаешь, когда кто-то говорит несы, вот с этой минуты начинаются охерительные приключения просто. А ты что против? В ангаре там. Ой, по мне стреляют, нихера, короче. Откуда? Я не знаю, не увидел. Хотя нет, вот где-то... Он оттуда был, он оттуда. Так, X6 прицел, слушай, я 2X6 прицела нашел. Каска вторая. Слушай, ну это по-любому тип, наверное, потому что бот бы уже бежал на меня, правильно? СКС или М24? Выбирай, какой тебе больше нравится вариант. Ты что такое белое, как будто? Как будто снег? Не. Блять, сука, меня повалили нахер, вон там, с того выхода. Поточнее. Нет, на меня бежит примерно. Перед тобой или где? Маша? Вон он. Где? Вон там, там. Просто подними меня. А, сзади, 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 за мной, блять, хуяч мне. Еще один, что ли? А, это ты. Все, я его снял. Поднимаем. Просто рядом большой город, а мы в город поменьше спустимся. Ты чё ж, там, короче, оденемся и пойдем дадим пи***ли этому большому городу. Вот, блядь, опять, почему? Вот, ну, за что? Я вот серьезно, зачем ты это сделал? Каждый раз, когда люди садятся за руль какой-нибудь машины, вместе в игре обязательно нужно эту тупую песню петь. Почему? Зачем ты это сделал? Мне вот было неприятно. Вот зачем ты это сделал? Я тебя в прошлый раз просил не петь больше. Если мы садимся в машину, мы больше эту песню не поем. Зачем ты это сделал? Тебе нравится, когда меня люди нервничают. Я все понял. Твоя очередь за рулем едет. Право, что ли? Меня не сбей. То знаем мы вот это ваше вот вождение. Все, сел? Да, погнали. Прямо, да, то есть? Ну, не сворачивай, да? Я так понимаю. Ну, просто прямо до зоны. Просто вот... Блядь! Сука! Стоксина, привет! Давно не виделись. Да, не круглый, из жабы выпей. Слушай, зона-то прям маленькая стала. Я ее помню, вот такой широченный там был. Да, нет, по-моему, вот та тачка безопаснее, корпусная. Тихо, левее. Стоп. Стоп, 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 стоп. Я за тачкой корпусная пошел. Да, я сяду за руль теперь, моя очередь. Давай по очереди кататься. Да, да, прикольно. Так, выйди отсюда. Че, я и так могу пересесть. Старый микробросовик. Алкаш, куда ты едешь? Смотри, вот куда я еду. Блять, сука, я прицелиться не могу. Блять, его давить будешь, я так понимаю, да? А, да.
Я его просто забил. Вон его кенты бегут, слышишь? Дядя. Один упал, будет стрелять. Да блин, не перекрыл все. Вон второй. Второй поднялся. Бля, скотина тоже, да, третий? Нихера, короче. Вон еще сверху, пацаны. Да, давай. А кто рядом? Наруто стрелял. Да вон нас. Есть, убил его. Еще кого-то надо, да, жахнуть? Зона из камень. Сейчас они побегут оттуда. Вон, ползет, смотри. А, вижу. Какой там блядь? А, все вижу, понял. Вон он. Все, он упал. Прикинь, ты его жахнул. Нет, ты его уже. Нет, ты его жахнул, у меня 4. Ты его жахнул. Я было 9, я сам. Да, пацаны, простите, ну тут выживает только один. Давай ты пойдешь впереди просто. Так, ну я предполагаю, что пацаны вон в тех домах. Либо там никого нет, и мы можем побыстрее туда перебраться и занять позицию удачную. Пойдем, вот. Мне кажется, оттуда работал снайпер. Нет, снайпер работал с призона, вот сзади. Засели, пацаны, ждут. Ван, вижу. Идет к этому, да. Да. Так, за дом. Чем он встал? Залагался, что ли? Может, меня лагает? Can or die. Хера ты могешь. Я просто стрелял по направлении. Так, если меня здесь убьют, то это будет жестко, потому что меня никто не поднимет. Надо срочно за... Бегаю. Ну, блядь, если ты побежишь меня поднимать, то тебя убьют. Какой в этом смысл? Лучше уж тогда брось. О, логиш. Ну да, пока паранормально все. О, я сковородку нашел, поменял ее на сковородку. Прикольный ты, смешной. Я тебе кричу, вообще забавный. Хохочешься. Этому нигде не учится. Если пацаны с призы найдут, то они примерно... Здесь все чисто, да? С той стороны у нас все чисто получается. В целом? То есть, значит, здесь. Здесь, да, неплохо все убрано. Так, ты, короче, чекай по своей метке, я буду по левой стороне чекать. 4 в живых. В смысле? Мы два, еще два? Нет, мы троем, и еще один чувак. Блядь! Дай. У меня, пожалуйста. Иду. Где? Вот. На префайре убил. Где-то второй. Все! Строя, Олежа, 3 человека в живых осталось. Кто стреляет по нам? Ты, блядь, живой нет, алло. А, мы выиграли. Я тебе говорю, мы в тиме втроем были. Ура! Олежа, кнопка.